голубого. В понедельничка я снимал вчера немножко. Вот, вот. А дальше пойдет сегодня вот вторник. Вот собирал, вода так и стояла. Все-таки меня соблазнил. Вот. Было одно, держал, хотел на рыбалку, чтобы с мукой стиральный, чтобы стирать. Тоже по квартирам, вот смотрю, залез в палатку. Сделал выводы не той стороной, ну. Я никогда не ложу дрова, они ну, омовение. Ну, рыбалку хотелось бы, бляха, я уже все же. Не растеряться, вот главная задача. Намасте, здравствуйте. Индия, Гималайи, Вишнупрая. Сегодня вторник. Давайте я поставлю, ребята, чтобы вы были в курсе. В понедельник, что я снимал вчера немножко, вот сейчас и вставлю. А эти все пытаются сетку сбросить. Ну уже две сбросили. Еще одна, третья. Ну, интересно наблюдать на самом деле. Мне понравилось там. Ну, камень был там, они этой сеткой раз там двигают, толкают. И сорвался камень небольшой, и так вниз. Я, правда, не отсюда, я у себя был. Не оттуда хорошо видать. Я оттуда наблюдал, как этот камень. А сегодня вот новый парень вот с Кералы. Вот заходил. А, Ариум. Это второй. Кстати, у нас по этому. Рокировки. Какие рокировки? Эти, что были, ночевали. Значит, женщина и три мужчины, то ушли. На второй день они. Йок Андрей. Отсе. Видео. Вот. И, значит, была женщина и три мужчины, то ушли. И ушел с этого. Один баба ушел из Банараса, с Варанаси. Вот, а пока остальные кто остаются? Двое, вот парень, вот еще сегодня пришел парень. Этот на месте готовит что-то кушать, видать там огонь идет, дым. Первой попытки не получилось у них. Ага, здесь дым идет. Роти готовят. Этот мне уже все доложил с Кэролы, что сегодня пришел. Набивался у квартиранта. Говорю, да куда, слушай? У меня там цемент. В мандир его отправил. Говорю, в мандире там, по крайней мере, коврик есть. Вон к этим, что вверху, вот. Там прибился, смотрю. А с этой стороны такая красота. Там что сверху вот к ним, там этот один, потом такой старший. Этот сам по себе более-менее, ну что-то и были ему вчера вечером давали перки.
придется. Ждать, наверное, долго придется, так что ждать не будем тогда. Ну, две сбросили уже. Камень вот, я представляю, так идет человек, и камень там сверху, бабах, или машина едет. Я не видел, куда камень упал, потому что я говорил, внизу был, а вот он должен был куда-то упасть. Идет сегодня вот вторник. Вот сейчас прогуляться по окрестности. Давайте прогуляемся, посмотрим. Это уже парень. Давайте покажу. Это приехал, что здесь работает. Ну, в этом будочке этой, в ларечке. Воду не забирал, вода так и стояла ночь. Пани. Так, выходи, что ты так там долго? Мопеда так долго ставит. Вот и вышел. Я тогда пойду гулять. Рюм. Уже ждут молоко. Наверное, народ. Пошел я гулять. Вот меня человек с правой стороны уже начал, он зовет, но я отказался, сказал, нет, нет, я гулять. Все-таки меня соблазнил. Вот. Подошел я немножко. Пригубил и буду идти. Окей. Обезьяны уже где-то чапати утащила с утра. Рожи корчит все равно. Приятного аппетита! Скорее вот здесь всего люди живут, они здесь утащили. Я сомневаюсь, что они готовили, с утра уже приготовили. Ланури еще вот ходят, спрятались. Но здесь людей так, видать, немножко боятся. Ага, уже убежали. Эти вдвоем есть большие такие. Ага, вниз ушли. Ну, здесь перекрикивать водопадик не буду.
Клубника есть. Не знаю, мне здесь это место нравится, красота. Вот посидел. Водопад такой небольшой. Но звуки хорошие, приятные. Я сейчас вот поднимусь сюда на площадку в тенечек. У меня с собой коврик. Сяду и буду медитировать в такой красоте. Вот здесь я себе сейчас присяду. И такие у меня будут виды. Смотрю, любуюсь и прям вот слова с этого, с Гребенщикова, как сидя на красивом холме. Сидя на красивом холме, я часто вижу сны, и вот что кажется мне, что дело не в деньгах и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. Но мы идем вслепую в странных местах, и все, что есть у нас, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках. И в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то бегу. Но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной. Не знаю, как мне может надоесть в такой красоте. Птицы поют, насекомые. Водопад журжит. Я не знаю. Живи и наслаждайся. Повторюсь, мне здесь нравится.
запах сосны, красота, я вот там ниже немножко. Бомба, в виде бомба. Природа бомба, это бездна, это завораживает. Ну красота же. Здесь в тенечке сидишь себе, наблюдаешь, смотришь. Релаксируешь. Это ж прекрасно, я не знаю. Людей минимум. А сколько еще вот тропинок неизведанных вокруг? Что? Я не скучаю. Мне здесь хорошо. Пришел, а здесь у меня уже гости побывали. Уже то, что в глаза сразу бросилось. Яйцо. Было одно держал, хотел на рыбалку, чтобы с мукой размешать. Ушло. Здесь было мыло и порошок стиральный, чтобы стирать. Тоже нету. Так. Сразу могу сказать, что спички все забрали. Раз, два, три, четыре. Так, шесть. Лука ушло. Рис не буду говорить. И здесь, смотрю, все перерыли. У меня продуктов должно было, по идее, около 10 дней хватить. Я сколько там, 800-900 рупий потратил. Да, да, да. Возможно даже, что квартирант, вот смотрю, залез в палатку. Это босая нога ходил вот. Там курточка была, я уже так сюда вытянул, вот след. Вот это по той теме, что не каждый... В оранжевых одеждах это баба. Почему я иногда говорю бабай? Потому что непонятно кто и что. Ай, да, да, да. Неприятно, конечно, неприятно. Да, увы, рыбалки не будет. Пересмотрел. Вещи, что еще могло пропасть, вот, было у меня здесь просто был крючок, леска, спички такое, чтобы не мокло, что там, биди запасное было, все, все, что надо. Три магнитофона, три кинокамеры. Ну, вот, нету заранее. Крючка. Три портсигара отечественного. Все, все, что осталось. Куртка зам. Вот. Три. Нитка там, чтобы зашить. Куртки. Все. Понятно, красота, конечно. Неприятно. Еще с плохих новостей. Замок сломан на палатке. Палатка не будет закрываться. Блин, ну деятели. И причем я заметил, что сидел возле моего костра. Почему сделал выводы не той стороной, ну, это я поправляю костер, другая сторона я всегда вот так ставлю, то есть, и вот, видать, сразу спички, которые я говорил, что утащили вот насыпем, вот коробка, видать, что была, что сразу здесь жгло, и я сюда никогда не ложу дрова, они у меня вот, даже место вымощено, что я вот в том месте ложу. Ага, и клеенка была, здесь у меня накрыта кружка была, тоже была
А, вот оно, видать, что жгло, разжигало. А вот от молока, вот, чтобы разжечь. Так что вот так. Крючки, конечно, более-менее все остальное купить можно, а крючки, конечно, это туристы. Сегодня много туристов. Так, меня полицейский проверил. Много ящериц, конечно. Здесь такой самый большой, это бесхвостый такой, наверное. Все. Они обычно в первой половине дня проверяют, а здесь что-то вот попозже пришел, посмотрел. Вот квартирант говорил, что такой, вот этот жучара тоже мог залезть. Или тот, или второй. Один из двух. Потому что, говорю, этот босиком ходит, вот, а отпечатка была босой ноги. Босая нога была. Вот сидит, то закурит, дай, то бидит, то фигиди, блин. Капец, блин, никакого спокойствия, блин. Появился, блин, в шею, нет, блин, чай. Я захочу чаю, я приду чаю, попью, блин. Я себе сделаю чай. Писец. Надо, видать, вчера был, нагнал, не дошло. Надо будет сегодня так больше, наверное. Пошлю куда подальше. Да, дяденька? Нагнал все-таки, достал, блин. Пошел. Начал обратно, блин, лезть и рожей. Вот я уже такими словами быстро сразу двери закрыл. Себе не ищу здесь друзей. Друзья.